что у вас в руках? Что это такое? Значки безопасности. Чтобы ночью было вас. То есть сюда попадает свет, да? Да. Машины, когда едут, фары светят, и вас становится видно. Это называется светоотражающий значок. Правильно? Правильно. Но мне нужен значок, потому что у меня есть такая футболка, там буковки отражаются от света. Там буквы. Ну и хорошо. Если у тебя есть буквы, значит и значок пригодится. У тебя рюкзак есть? Да. Вот. И мы все возьмем и прикрепим куда? На рюкзак. Чтобы нас было хорошо видно.